Новые запреты от Минздрава для автолюбителей. В министерстве хотят расширить перечень заболеваний, при которых нельзя садиться за руль. В списке множество недугов, которыми страдают большинство граждан. Но один из самых любопытных пунктов – геморрой. Правда, не ясно, как будут выявлять нарушителей геморройщиков. Документ пока на стадии обсуждения, но разработчики утверждают, ориентировались на европейские нормы.